Так, народ, привет на канале Russian Riders. Сегодня незапланированный видос, обзор снегохода. Вот уж не подумал бы я, чтобы я снимал обзор на маленький малокубатурный снегоходик. Но, тем не менее, пару недель назад мне посчастливилось на нем прокатиться, чисто случайно. Пригласили поучаствовать в съемках на лыжах, я за ним ездил на трассу. Вот. Ну и прокатился заодно на снежике, он мне показался таким довольно медленненьким, простеньким. Ну, в общем-то, и все. А теперь он оказался у меня на обзоре. А тогда, когда мы катались, снега было мало, он был жесткий, снегоход пер хорошо и в горке, и по целине, как бы, но снега было мало. А сейчас вот снега насыпало еще сантиметров 15-20 сверху, мягкий снег на подложке, как раз то, что нужно для того, чтобы тестировать снегоход. И сегодня я на нем покатаюсь. Проверим, вытянет ли он по глубокой снежной целине. Это модель Атаки ВД-150, снегоход малокубатурный, дешевого сегмента, стоит в районе 189 тысяч, по-моему, заявлено. То есть, дешевый бюджетный снегоход для кого? Наверное, все-таки не для фана, а для любителей какого-то активного отдыха, типа рыбалки, там, еще каких-то вещей охоты, когда надо заехать в лес далеко от автомобиля и там уже начинать какие-то свои действия. Вот. Для забросок вот такого характера, мне кажется, он вполне подойдет, как альтернатива Бурану некому, да, и прочим. Как детский, я сначала вот посмотрел, думал, он такой маленький, я думаю, может быть детский, но, наверное, не детский, потому что он довольно тяжелый, 189 килограмм или 180 килограмм весит, короче, такой увесистый он, да, и по факту, ну, когда мы смотрим его в сравнении с чем-то, он не кажется таким-то уж прямо и маленьким. Вернемся к нему. Атаки ВД-150, движок 150-кубовый UX-163, там MQJ, что-то там, как обычно, там непонятная длинная аббревиатура. Движок себя ранее уже зарекомендовал на квадроциклах маленьких, малокубатурных. Вот, на Кайо, я так понимаю, он ставился, на Авантисах, квадроциклах, я имею в виду. Вариаторный движок на Корбе, то есть ничего, в принципе, такого сверхъестественного. Нейтралка, передний и задний ход, все есть. Электростартер есть, что круто. Также есть и ручной стартер, если вдруг аккум сядет. А аккум здесь стоит дельта. Дельты на морозе не очень себя хорошо показывают, поэтому если аккум сядет, вы всегда можете дернуть и завести его с этой штуки. Двухместный, хоть и два места, ну, такие относительно небольшие, но сам факт, они есть. И багажничек имеется. Как какие-то вещи поклажу положить можно. Также, что интересно, у него есть подогрев ручек. Это тоже круто, потому что вот сейчас я ехал, у меня прям руки горячие были. Давайте я еще раз покажу все, что у нас здесь имеется. Все, что касается рулевого управления, ближний и дальний свет, kill switch, стартер, ключик зажигания, приборочка, смотрим. Бензина полный бак не показывает. Это косячок, видимо, настройки какой-то. Нейтральная передача, соответственно, передняя, задняя. Вот селектор передач. Движочек у нас весь вот там закрыт, весь пластиком, в принципе. Вот так, если заглянуть, видно, как там все устроено. Рычажная подвеска, что немаловажно, да, вопрос, какого качества здесь там амортизаторы и все такое, и сами эти рычаги, но сам факт. Подвесочка рычажная, две лыжи спереди, все как на серьезных снегоходах. Морда вполне такая приличная. Вот сиденье, вот багажник. В принципе, можно, ну, как бы, что-то крупное можно будет положить. Ну и, в общем-то, ну вот он, курок. Курок максимально такой вальяжный, то есть его прям прижал рукой и вот так вот и едешь на нем на лыжи. Там особо там дозировать что-то смысла нету. Бак на 6, по-моему, литров, если ошибаюсь, поправим потом. Собственно, я думаю, надо садиться и ехать. Так, вот еще раз взглянули на него. Усаживаемся, поворачиваем ключик, зажимаем тормоз и нажимаем старт. Готов. Ему нужно прогреться. Сейчас вот я пока до сюда доехал, его надо было хорошенько прогреть. Потому что... хотя... Вроде уже прогрет. Задний.
кто-то ездил на снегоходе. Можно было бы попробовать съехать с горки туда пониже, но, честно говоря, мне страшновато. Без напарника, первый раз на неизвестном снегоходе, да, не понимая точно его ходовых качеств, съезжать с горки без уверенности, что я оттуда выйду в итоге. О, блин, его и завалить так можно. Надо учиться ездить по траверсам. Вроде из такого небольшого спуска вылез. Снегоходов, я считаю, я очень хотел бы себе на самом деле снегоход хороший, но кататься в одиночку на снежиках просто, ну, физически нельзя. Можно остаться где-то в лесу, да даже и не в лесу, где-то недалеко, ты просто его не сдвинешь с места. На снежиках кататься только в компании. О, болото переехал с трудом. Он там прям провалился немножко, видимо, лед пробил. Для тренировки пойдет. Есть возможность взять еще на тест обзор БРП-800, спортивный горняк, который просто адски валит. Но на таком можно реально размотаться. Поэтому надо хоть какое-то представление иметь, как управляется снегоход. Как раз на новогодний подсыпят еще снежку. Работает, не глохнет. Рискну уехать в лес. О, вот здесь кайф. Так, как тормоза, все нормально работает. На самом деле снегоход, на первый взгляд, кажется, что он такой довольно устойчивый. Ой, блин. Не, сюда я не поеду. А по факту снегоходы, они довольно валкие. Когда в поворот заходишь, его прям заваливает. Надо контр-уклон фигачить. Дорога вся в колеях, и эти... Не очень удобно на снегоходе, на самом деле, по колеям ездить.
Поэтому я сюда вот доеду. Через лес напрямую, как на мотоцикле, конечно, не проедешь. Ой, блин. Нет, тут везде завалы. Но вот то, что есть задний ход, это, конечно, очень приятно. Я уже привык на мотике, заднего хода нету никогда. Если ты куда-то заехал в тупик, приходится делать какой-то хитрый разворот, там силы тратить. А тут в этом плане все четко. Так, ладно, в те колеи не поеду, сейчас выйду на карьер. В лесу вот хороший снег для него, а поле ему уже тяжеловато. Это чувствуется, в прошлый раз такого не было. В прошлый раз снега было сантиметров 15-20 всего, а сейчас 30-40 уже все. И ему прям тяжко. О, блин! А, чуть не упал. Если бы дальше колея это шла, я бы упал. Наш любимый карьерчик. Здесь едет уверенно. Даже почти прыжок. Что когда садишься, в принципе, все равно он как бы потихонечку так разгазовывается и раскручивается, точнее, и ползет. Ой, наверное, в лес я здесь не смогу въехать в итоге. Очень все завалено. Попробуем. Зато это похоже уже на снегоходинг нормальный. О, бревна уже засыпаны. Да, вот ради вот такого катания
На снегоходе, конечно, стоит кататься на снегоходе, точнее. Но очень лес завален сейчас. Так, ну и по-хорошему надо бы развернуться. Ох, как он хорошо прошел, смотрите. Лыжа сыграла через бревно. Блин. Так, как на горняках учили. Чтобы не свалиться. Интересно, вот эту горку пойдет. Не пошел. Стой, точно не справится, это поменьше. Ну давайте еще раз в нее. Не выйдешь. Кто мог подумать, что я буду штурмовать на снегоходе горки?